Это пустая аристотелевская ячейка. Она является символом мысли. Для того, чтобы ее наполнить содержанием, мне нужно ответить на основной вопрос жизни, Вселенной и вообще. Мысль, как и ген, это результат и объект эволюционного отбора. Она рождается из случайных комбинаций нейронных связей. Как и ген, мысль стремится выжить и размножиться. Как и ген, мысль заинтересована в сохранении своего носителя, его и своих копий. Для этого гены производят гормоны, а мысли контролируют поведение своего носителя. Целью всего живого является выживание ради размножения. Мысли и гены, позволяющие носителю выживать и размножаться, выживают и размножаются вместе с ним. Мысли и гены, ведущие к вымиранию, вымирают вместе с носителем. Мотивирует выживать и размножаться 5 гормонов. 4 из них являются наградой для носителя за каждый удачный шаг в продвижении к цели. А 5-й понуждает носителя стремиться к награде в случае, если что-то, по мнению генов, идет не так. Однако при быстро меняющихся условиях гены не успевают правильно реагировать на изменения, и здесь на помощь приходят мысли, которые могут блокировать инстинкты и вести к награде более действенным или безопасным путем. Гормоны награды. Первый – дофамин. Отвечает за радость от достижения и прогресса. Выделяется, когда появляется возможность достичь цель или выполнить задачу, приближающую достижение цели. Второй – окситоцин. Отвечает за эмпатию, доверие и взаимопомощь. Дарит чувство социальной безопасности. Выделяется, когда происходит позитивное социальное взаимодействие. Помощь или поддержка со стороны других. Окситоцин называют гормоном любви или гормоном объятий. Третий – серотонин. Отвечает за статус и иерархию. Выделяется, когда носителя уважают другие, подчиняются его воле, либо когда от обладания высоким статусом носитель извлекает нечто полезное. Четвертый – эндорфин. Отвечает за физическую безопасность. Выделяется при смехе, плаче, разнообразии физических нагрузок, растяжке. Дарит чувство легкости и забвения, смягчающее боль. Гормон-сигнализатор. Когда что-то идет не так, выделяется кортизол. Он отвечает за тревогу, страх, панику, вынуждает либо сражаться, либо отступать, либо менять тактику для того, чтобы получить гормоны награды. Этот гормон называют гормоном «надо что-то делать». Он вызывает чувство дискомфорта и вынуждает скорее от него избавиться. Таким образом, ответ на основной вопрос жизни, Вселенной и вообще для человека – это счастье. Источник счастья – превосходство в выживании и размножении как по отношению к другим видам, так и внутри своего вида. Носитель, каждый день превосходящий себя, рано или поздно начинает превосходить других и становится счастливым, так как получает полный набор гормональных призов. Поэтому в пустую ячейку я помещаю слово «превосходство», обозначающее обладание более высокими достоинствами в сравнении, преимущество в чем-либо или количественное преимущество. Превосходство, обеспечивающее в первую очередь выживание и размножение, цель учрежденной мной ассоциации инвесторов. В первую очередь инвесторов своего самого ценного ресурса, времени, а уже потом всего остального. Если ты хочешь достичь этой цели совместно со мной, то подписывайся на мой канал, здесь не говорят, здесь действуют. Берегите свое сознание и до встречи через неделю на канале Ассоциации.